Друзья, сейчас все зайдут, и мы начнем. Еще раз напомню, что у нас сначала открытие для волонтеров, потом пресс-конференция. Соответственно, сейчас главные люди здесь волонтеры, поэтому, пожалуйста, штативы убирайте в бок. Мы вам разрешаем все, что будут снимать, но никому не заслонить. Вот там будет секторная пресса. Это помещение, которое мы сняли сегодня, потому что в штабы все не влезли. Штаб у нас скромный рабочий, он находится, сразу скажу, по адресу Ленина 43. Возглавляет его наш координатор Александр Румянцев. Кто не знает. И наша общая задача сделать так, чтобы Ленина 43 стала главным адресом ивановской политической жизни на ближайший год, до президентских выборов, которые, как вы знаете, состоится 18 марта 2018 года. И, собственно, главная там, часть сегодняшнего моего с вами разговора чисто рабочая. То есть, а что такое будет вот этот главный адрес политической жизни и главный год? Зачем нужен штаб? Про что штаб? Зачем нужен координатор? В чем его задача? В чем ваша задача? Ну вот вы на сайте зарегистрировались.